Hello, hello, всем привет. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Слава, я живу в одноэтажной Америке, город Харрисонбург, штат Вирджиния. И снимаю для вас умопотрясающие видосы о русскоязычной иммиграции. Сегодняшнее видео я хотел вам рассказать об автомобиле, купленных с аукционом. Много раз меня просили, Слайк, расскажи про автомобили, про такие, как у вас в Америке покупают на аукционах и вообще какие-либо нюансы. Значит, сегодня я вам так дам вкратце информацию. Значит, в Америке автомобили продаются в огромном количестве на аукционах. Самые главные такие аукционы это, первый, я бы сказал, это Менхайм. У них, если я не ошибаюсь, 147 а, аукционов по Америке и за пределами США. Это, наверное, самый крупный такой аукцион. 90% у них а, автомобилей. Это, наверное, вот дилера. И очень много автомобилей у них а, именно бывшие когда-то в аренде. То есть в Америке существует очень много компаний, которые сдают в аренду автомобили, такие как Hertz, Enterprise, Avis. Они, как правило, находятся в аэропортах. То есть вы прилетели, Сня, взяли себе в аренду автомобиль, покатались, вернулись, вернули потом. И, как правило, они наматывают, ну, где-то примерно от 25 тысяч миль до 30 тысяч, вот в этом промежутке, и все, они от автомобиля освобождаются. То есть, я так думаю, они не хотят, наверное, с ними возиться. Там пару лет, 25 тысяч намотали. Ну, и все, не надо им там колеса менять, там сервис особо какой-то делать, и все, они тут же их от них избавляются, привозят, приезжают грузоперевозчики, загружают эти автомобили и хоп, их отгоняют прямо на аукцион, где они идут с молотка. Там же их, как правило, покупают именно дилера. Далее, второй, наверное, аукцион я бы назвал это Одесса. Тоже они, в принципе, у них они работают точно так же, как Менхайм, но они просто немножко, у них филиалов у них немножко поменьше, они не такие огромные. Хотя аукционе сами, по, сами по себе большие, тоже территория огромная. Далее идет у нас IAAI, то есть это Insurance Auto Action. Там у них где-то 90% автомобилей именно, я бы, наверное, даже больше, но в основном, да, 90% автомобилей у них идут именно битые. То есть, страховая компания, когда получ... происходит страховой случай, то есть, происходит авария, страховая компания эти автомобили, если они решают, ну, их не ремонтируют, там, владелец от них отказывается, то они их отправляют на аукцион. И, наверное, я бы еще отметил Копарт. То есть, Копарт тоже там в основном битые автомобили, но там всякое, всякий сбор. Там могут быть какие-то просто ушатанные машины, там и страховые могут им отдать, и люди просто, и дилера. То есть, если вы не можете продать свой автомобиль, какой-то ушатанный весь, люди его просто не покупают, просто ее отдаете его на Копарт, и Копарт его продает. То есть Копарт там всякая ерунда продается. Битая, ну, бывает там хорошие машины, но тоже битые. Но в основном там всякий хлам продают. На этих аукционах просто так человек не может прийти и просто так купить себе автомобиль. Как правило, вы там должны быть зарегистрированы, и, как правило, там только э, могут люди покупать, у которых есть дилеровский ласинс, то есть ластинс дилера. То есть это какой-то автодилер, который, у которого есть стоянка, который занимается автомобилем, который продает машины. Вот у него он имеет право там эти автомобили покупать. Но, опять же, если, например, у меня есть друг, который имеет этот ластинс, если я хочу приобрести такой автомобиль, я ему просто говорю, и вот, вот тебе автомобиль, купи мне его. Он мне его покупает, берет себе там какие-то деньги за услугу или не берет, это уже лично его дело. И все, и автомобиль может быть ваш. Далее, по битым автомобилям. Автомобили здесь идут, например, если мы берем конкретно вот те аукционы, которые идут по страховке, то там уже идут двух видов. С чистым тайтлом и с грязным тайтлом. То есть тайтл это ПТС, то есть документы на автомобиль, и там уже определяются по, по степени его повреждения. Значит, как правило, вроде бы, вот насколько я знаю, что говорят, если типа больше 70% машина повреждена, то она может быть уже идти с грязным тайтлом. То есть там в тайтле там пишут, а, в документах идет, по-английски -по называется salvage title. То есть когда вы эту машину, еще такой слово branded и free build, То есть когда вы эту машину оформите, когда вы ее отрем, купили, вы ее отремонтировали, потом приходит полицейский, проверяют ее, ее состояние, что действительно она все правильно сделана, что на ней все есть там чеки, то, что вы там бампера покупали, капот, покраска, вот это все, вы собираете эти все чеки, реситы, как, как по-английски, да, и он их смотрит, Ага, автомобиль был, восстановлен, все нормально у него, он подписывает документы, и вы можете уже на это, этот автомобиль потом регистрировать, и можете уже на нем потом ездить. Но у вас в документах будет написано, что rebuild vehicle, то есть ремонтированная машина. С одной стороны, это как бы минус. Дело в том, что а, при продаже потом это все будет учитываться. То есть люди видят, ага, значит, в тайтле написано, что ремонтированная машина, и больше много денег вам уже за нее не дадут. Но с другой стороны, если вы, Но вы ее покупаете уже, уже она идет дешевле только за этого тайтла. То есть, если вы покупаете автомобиль конкретно для себя и ваша цель сэкономить деньги, тогда да, тогда вы покупаете этот автомобиль, ремонтируете его и ездите спокойно. Какая вам разница, что там в тайтле написано? Чистый этот тайтл, не чистый, вам по барабану. Вам самое главное, чтобы сэкономить бабки на данный момент. При продаже, да, при продаже вам ну, тоже будет это все учитываться, и вы получите меньше денег. Но опять же, если вы покупаете автомобиль с чистым тайтлом, то машина идет дороже соответственно, вы ее продадите дороже. С грязным тайтлом вы ее покупаете и дешевле и продадите дешевле. То я так думаю, наверное, то на то практически и выходит. И вот сколько я за этим наблюдал, бывает такое, вот стоит ну, целый автомобиль, а тайтл у него грязный. То есть, понимаете, здесь у них какая ситуация? Например, произошла авария, и страховка не хочет там делать этого, ну, проверять этот автомобиль, это кому-то там платить надо, чтобы мы определяли, сколько в нем демиджа. Бывает так, они просто, ай, ну его нафиг, там может далеко где-то машина находится. Я не знаю, чем они аргументируют свои действия, да, чем они вообще, э, на что они ссылаются, но они просто могут сказать, ага, да ладно, все, мы ее отдаем на аукцион сразу, мы даже смотреть ее не будем, и делать ее там селвич тайтл. Они просто автоматически делают селвич тайтл, хотя там может быть просто бампер поменял и все. То есть ты бампер один поменял, а машина уже селвичная. А бывает такое, там хлам убитый, там морда вся разбита, а тайтл у нее чистый. То есть здесь вообще непонятно, как, я не понимаю их действий. Я в Америку приехал в 1994 году. И, ну, и как раз это была такая, давайте так скажем, наверное, вторая волна эмиграции. Когда-то первая волна была, там, евреи ехали в 70-х годах. А вот вторая волна эмиграции, наверное, была вот это конец 80-х, начало 90-х. Тогда много народу поехало с бывшего Советского Союза в Америку. И люди сюда приехали. Ну и хочется им на хороших машинах ездить. Хорошие машины стоят дорого. А денег тогда у мигрантов еще особо не было. И они тут поняли, а, подождите, так можно покупать битые машины, ремонтировать их. И за небольшую, давайте так скажем, за пол цены у вас будет точно такой же автомобиль, как у вот рядом с вами едет американец. У него один в один такой же автомобиль, как у вас. Только да, он не был битый. Он, например, допустим, отдал за него 10 тысяч, а у вас он был когда-то битый, вы его отремонтировали, он, он вам обошелся в два раза дешевле. И я делал то же самое, когда я приехал, мне нужен был автомобиль, тоже я взял, я помню, взял я на аукционе такой полуспортивный автомобиль двухдверный 91 -го года Plymouth Laser такой был. Это такой, давайте так скажем, аналог Mitsubishi Eclipse. Они там кузов у них там все железо все одинаковое, у них там чуть-чуть только в пластике разница, но фактически то же самый автомобиль, просто другая компания его делает, компания Chrysler. Он у меня был такой турбированный, я его взял битый взад, как сейчас помню, я его купил за 1700, отремонтировал за сколько-то. В общем, я на нем несколько лет проездил хорошо, и я его продал за те же самые деньги, то есть деньги я абсолютно не потерял. Сколько я в него вложил, все деньги я себе вернул. Потом у меня была 626 Мазда 93 -го года, была вперед ударенная, я купил эту Мазду. Две, по-моему, 200 я за нее отдал, я ее отремонтировал, она мне стала в 5000, я на ней отъездил 5 лет, и я ее продал за пять с половиной тысяч. То есть пять лет я на автомобиле прокатался и еще 500 долларов на ней заработал. Далее я купил себе Mitsubishi 3000. Такой очень интересный автомобиль, к сожалению, больше не производит. Я очень жалею, что я его продал. Вообще сама история по этому автомобилю была такая интересная. Когда-то я, ну, будучи еще таким свежим иммигрантом, я ехал тут у нас по городу, у, нас, у меня, по-моему, тогда Ford был. Ford Taurus такой серебристый, старенький. 1986 -го года я ехал и увидел зеленую Mitsub вот эту Mitsubishi, стоит на продаже. Я такой подошел Вау! Думаю, такая классная тачка. Ну, думаю, я, наверное, себе на такую никогда не заработаю. И самое интересное, что вот через несколько лет я покупаю один один, один в один в один, один такой же автомобиль, ударенный. Ничем не отличается. Даже краска тоже был зеленый. Я его восстановил. Он был сильно не ударен. У него не было одного сильного удара. Он просто со всех сторон был покосный Я так думаю, они где-то с трассы слетели. И влупились в какой-то забор Может быть там был еще Я думаю там был наверное какой-то прошлый забор Потому что у него крыша была поцарапанная Мне весь автомобиль пришлось а, перекрашивать полностью И То есть он был весь в царапинах Весь в мятинках Но ничего, я его восстановил И с удовольствием на нем покатался Еще продал я его И вот не помню денег заработал или нет Но точно я помню, что я на нем деньги абсолютно не потерял Жалко конечно Я дурень Дело в том, что тогда а, Я себе мечтал о Мерседесе С-класса всю жизнь как бы и попался мне такой мерседес я купил себе этот мерседес и митсубиши продал в те времена у меня как бы в голове может быть я тогда еще думал так по-русски что ли по-советски что зачем мне два автомобиля автомобиль должен был один быть это сейчас у меня раз два три четыре сейчас у меня шесть автомобилей а тогда у меня их было у меня был один я думаю так купил и один значит это надо продать хотя надо было мне просто тот автомобиль себе оставить ту митсубиси и до сих пор бы я, наверное, иногда на ней ездил. Сейчас эту, эту машину практически невозможно найти. Если они там бывало, я уходил на eBay, смотрел, кто их там продает, они в ушатом состоянии, просто угашенные, там сиденья рваные. У меня был такой, ну, классная машина была. Что интересно, продал я ее одному тут парню русскоязычному, и он через два месяца абсолютно, ну, он такой дурно был парнишка, а через два месяца абсолютно новые колеса на спереди, у них уже торчала проволока, и еще, по-моему, через два месяца он раз... просто в пух и хлам разорвал трансмиссию. То есть коробку передач, там была, был автомат, он ее просто разорвал. Он просто на ней гонял, как ненормальную машину, он просто убил. Жалко, конечно. Далее, что касается этих аукционов. Желательно, конечно, если вы будете сами присутствовать, вы как бы покупаете кота в мешке. С одной стороны, да, если вы видите, стоит автомобиль, и у него, допустим, там ударенный вот крыло, да, Ага, вы видите, ну вот крыло там, бампер, фара, то есть понятно, что сверху был удар до того, как ее ударили, она ехала по дороге и был удар. Хуже всего это, когда у нее там что-то под низом, э, бампер ударен снизу. Тут уже может быть все угодно, тут вы можете и на подвеску попасть, тут вы можете попасть и, может быть, удар по мотору был или что-то, ну не, там неизвестно. Лучше, конечно, быть на месте. И вот так люди, которые просто сейчас вообще, насколько я слышал, уже в связи с тем, что идет игра по интернету, уже народу туда мало приезжает. В основном все играют по интернету, смотрят фотографии. И аук аукционы как бы они выдают довольно-таки, ну, общую такую информацию. То есть там, когда ты смотришь, там фотографии, если там написано, что машина, допустим, ключи имеются, машина заводится и ездит. То есть вы думаете, ага, машина заводится, ездит, значит, мотор в порядке коробка у него нормальная, это значит, что у него повреждения только там кузова какие-то. Окей. Okay. Они вам делают еще видео, то есть там секунд 10-15 они заводят мотор и на видео вам снимают, что мотор действительно работает. И вы это видите. То есть вы расслабляетесь, а ну да, вот классно, мотор работает, все хорошо, значит с мотором все нормально. И тут все равно могут быть подводные камни, на которые можно просто попасть. И я... Попал! купила себе автомобиль 2017 года Toyota Yaris. Решил я тряхнуть стариной. Думаю, машин у меня тут мало, надо еще... Вообще надо, я так думаю, мне надо 7 машин, чтобы машина как неделька, знаете, машина в день. Купила себе эту малолитражку, снизу у нее был ударен бампер. Я так думаю, ну, наверное, наскочили на бордюр на какой-то. Наскочили они на бордюр. Так, ну-ка заглохни, эй! Купила себе эту малолитражку. Полтора литра объем двигателя. Неплохая вообще машина. И на я не поехал. То есть я посмотрел на фотографии. Ага, значит там снизу бампер у нее покосанный. Колеса вроде ровно стоят. Думаю, ну... Придется, наверное, там вот бампер поменять, может радиатор с упортом за, задетый снизу. И думаю, попаду я, наверное, все-таки на подвеску. Потому что, скорее всего, долбанули они по колесам, раз на бордюр заскочили. Фотографию я посмотрел перед покупкой. Также видео было, что машина действительно работает. Она, ага, смотрю, они завели, все чистенько, все хорошо работает. И я эту машину взял, хотя надо было поехать. И попал я, ребята, на мотор. Оказалось, что в одном, значит, что хорошо получилось, что подвеска у нее оказалась целая. Я так думаю, они где-то ехали по трассе и наскочили на что-то металлическое, что-то лежало, что-то тяжелое. Потому что ударило по нижнему радиатору суппорту, сломало его и ударила в поддон двигателя и пробила его. Там был или, конкретно такой удар в одну прямо точку, хорошо замятый. Долбанули они по поддону, масло вытекло, и вот тут, наверное, они хорошо, это его, наверное, наверное, не заглушили или что-то такое. Притащил я его домой, начинаю заливать масло, у меня... Сначала думаю, дай-ка залью масло, залил масло, у него, у меня масло тут же вытекает, ага, снял я поддон, там в нем дырка, ну, заварили дырку и думаю, дайте-ка я все-таки, что-то у меня чуйка какая-то, дай-ка я лучше все-таки с ним, ну, Посмотрю, что там глубже. Завариваем поддон. Серега суперпрофессионал. Я могу варить, но не до такой степени, как он. У него тут все по-серьезному. О. Я так не смогу. Ну, но... я боюсь, я прожечь могу, знаешь, там надо э, правильно выбрать сразу же, ну, ток правильный. А я пока начну выбирать, я тут дырок наж нажгу. Хотя тут желез довольно-таки я смотрю. Ну, это... Ну, он толстый поддон, я тебе скажу. Ну, это где-то 14 Ну, все равно это приличный. Так просто его не, сож... не согнешь. Но она идет Из-за этого она жестче. Какой он? Холодная закалка. А, холодной закалки говорит. Он... он сказал, что он сейчас его сваркой и потом тиг уэлдин. Тиг сваркой обварит. Слушай, а тиг по-русски это как бы так же оно называется или нет? Да? Вот только что Сергей сказал, что звонила какая-то женщина с Албани, с Нью-Йорка. Видела ролик, я тут снимал, и говорит, я хочу узнать, слайк туфту гонит или на самом деле сварщики есть? Он да? Телефонную на так она, так она хочет, чтобы ты что-то ей сделал, какую-то работу или что? Нет, приглашала в Албани жить. Тебя? Да. Говорит, нам специалистов не хватает. Серьезно? Серьезно. А. Она многим сейчас звонит а в нью йорке Слушай, оно, если я буду смотреть, оно глаза как на глаза, ослепает или нет? Не знаю, глаза да. А глаза да, то есть я буду через камеру смотреть. Глаза, да. Вот это называется тиг велдинг взял какую-то проволочку и проволокой. Раз, раз, раз. Но я так не умею. Я варю полуавтоматом. У меня тоже неплохо получается, но я не такой профессионал. Красота! <music> Кому нужна Хотя хотел вам сказать, обращайтесь к Сереге, если вам работа какая-то нужна, что-то сделать. Но у него работа и так завались. Он делает заборы, перила. Все он это гнет. Видите, это все он изгибает. У него тут станки. Вот этот станок, который гнет железо, трубы. Вот он такие вещи, ребята, делает. О. Очень много американцев у него заказ. У нас тут университет местный. Они ему прямо там вообще-то заказами завалили. Вот тут столько железа ему привезли, он перилы для них делал. Эти, все это он гнет. У него там станки, десятитонники, по-моему, на которых он тоже железо гнет. Вот эти два станка, я знаю. Они там какие-то сумасшедшие у них тонны. Он прямо гнет под углом, как хочешь, он. А здесь у него он режет железо. Кнопочку нажал, чирк, и все. От, вот эта станок, он дырки пробивает. Отверстие. Вот. Железо сюда вставляешь, он, чик. И вот. О, вот, смотрите. Представляете, какое железо. Убивает. Это же офигеть, да? Раз и все. О, спасибо. А я помню, Серега, когда-то начинал на это. У тебя только сварка была на это, на тележке, на машине. За машину цеплял и ездил. Все, это? А, все, ладно, спасибо. Подон у меня уже был снят. Еще там была такая крышка, которая закрывает коленвал. Что-то чуйка такая, думаю, дай-ка эту крышку сниму. Снимаю я эту крышку, там всего 4 болтика. И смотрю, возле одного, именно, возле одного цилиндра, ну, возле одного поршня, на стенках такие стружка. И на этой крышке стружка. Ну, думаю, все. Наверное, провернула вкладыши. Взял на этом я, на этом поршне раскрутил вкладыши, вытащил их, и действительно, да, оказались они провернуты, короче, мотор капец. Хотя он заводится, то есть они еще его на аукционе завели, видать, без масла, он еще поработал, видать, это еще добавило. Короче, блин, вот, вот тут, конечно, у меня косяк. Вот, вот. это двигатель. Морду я уже все разобрал. Я вообще, честно говоря, не хотел вам снимать про это ролик. Думаю, кому это будет интересно? А мне говорят, нет, почему? Давай, ты что, снимай, интересный будет контент, как ты тут в гараже копаешься. Опять же, стереотипы говорят, что в Америке нельзя ничего самому делать. Вот, я живу довольно-таки таком престижном районе, в гараже у себя, вот, копаюсь спокойно, дверь у меня открыта, все соседи видят, что я тут копаюсь с мотором, никто ничего не стучит, никто ничего мне не говорит. Я сегодня еще притащу этот гусак, чтобы мотор выдернуть. Я еще тут моторша буду выдергивать. В общем, морду я всю разобрал практически. Я мог, я, конечно, кому-то отдать, и чтобы мне этот мотор поставили, заплатить деньги, но я никогда сам не ставил мотор. Мне это интересно. Попробую. Если что-то не получится, тем более мне говорят, тут особо ничего такого нет. Отдам я ребятам, они мне его перекинут. Я хочу именно сам попробовать, ну и вам поснимать, как это у меня получится. И я уже привкушаю, как мне тут сейчас будут писать, Славик, зачем ты купил мотор? Можно же проще сделать. Там выдергиваешь мотор, снимаешь у него этот расп... э, коленвал, отдаешь его на расточку, потом снова ставишь, и будет у тебя вот, ну, опять ты будешь спокойно ездить. Ребята, это очень много работы. Я сам этого не сделал. Вглубь мотора я уже не полезу. То есть надо кому-то платить. Работа здесь дорогая. Здесь вам за 500 рублей никто делать не будет. И поэтому мотор вам обойдется этот. Он будет просто золотой. Проще купить другой и его просто поменять. Вот и все. Начал я мотор искать. И как оказалось, на рынке очень много этих моторов. Дело в том, что вот, этот, вот эти полтора, полтора литровые тойотовские моторы, они, настолько они вообще шикарные и без проблем, они просто неубиваемые. И этих моторов огромное количество, их никто не покупает, потому что эти моторы не ломаются вообще. Они по 300, по 400 тысяч ходят вот легко. Если, ну, если ты не будешь, конечно, там уже реально их насиловать, эти моторы. Вот. Вышел я у нас тут по, по разборкам, на интернет смотрю, кучу моторов, 16 тысяч пробег, 24 тысячи пробег. И я увидел один мотор 380 пробег, миль. То есть, понимаете, 380 миль пробег. То есть, вы его замот... намотаете за неделю, да, ну или там за месяц. Думаю, что такое, не может такого быть. Я им позвонил, говорю, слушайте, ребята, это правда у вас 380 пробег? Они говорят, да. А они еще делают фотографии, то есть, когда они машину покупают для разбора, они ее всю фотографируют снаружи, чтобы вы видели, с какой машины это все снято. И сфотографировали спидометр, и там было реально 380 пробег. Ну, думаю, надо брать. Заплатил. А отсюда где-то 2,5 часа ходу. Заплатил я им 50 долларов за доставку. Это вообще ерунда. Я бы на бензин больше потратил. Привезли мне этот мотор. И вот по поводу этих 380 миль у меня закрались какие-то сомнения. Неужели такое может быть? Позвонил я своему приятелю Кириллу пробил он по Карфаксу всю эту историю автомобилей, и оказывается, да, действительно, эту машину купили там, которая у них на свалке, то есть они, она вся фотографированная, все, -э, пробивает он ее по компьютеру, и действительно, что в 2018 году, ее покупают новую, там что-то 14, по-моему, августа и 24, что ли, августа. В общем, через 10 дней они уже ее разбивают, попадают в аварию. То есть машину, на машине поездили всего там буквально 10 дней. И с того момента вот ее купили на свалку, ее там разобрали, мотор, коробку все там поснимали, а остальное, весь кузов, то, что им не надо, они просто подпрессуют ее и на металлолом. И там этот мотор лежат. То есть похоже, что да, действительно, этот мотор, он имеет вот такой вот маленький пробег. Мотор пришел, посмотрел ее, ну он такой, да, чистенький, аккуратненький, ну, вроде бы как правда. Надеюсь, что это все так и есть. В принципе, тут как бы компания там большая. А у них большой авторазбор в нескольких городах по штату. И они как бы, не знаю, заслуживают доверия. Ну, вот и давайте посмотрим на автомобиль. Вот так вот я уже весь его разобрал. Цвет хороший. Машина прикольная. Toyota Yaris. А, Toyota Yaris IA. И вот салончик у него такой, все у него, мешки у него, эти эрбеги, воздушные, эти подушки, подушки безопасности, все целое. Салончик такой очень даже приличный. Вот даже видите на аукционе, то есть где-то они видят какие-то маленькие помятинки или что-то. Они вот так вот фломастером рисуют чтобы вы обратили внимание. Вот я даже практически здесь эту мятину и не вижу. Что они тут обрисовали, непонятно. То есть по кузову вот они здесь, вот тут вот что-то маленькое какая-то царя. Вот здесь я тоже ничего не вижу. И вот тут практически, но ну, все равно они так тщательно все это смотрят. Вот здесь, вот здесь они отметили. А вот, например, вот тут мятина. Вот она маленькая. Играет чуть-чуть на солнце, которое практически не видно. Вот они ее почему-то не отметили. Вот так я уже ее Поддам Уже я поснимал с нее вот эти cv джойты То есть вот эти, я не знаю, как они по-русски называются, вот эти карданчики, которые от коробки идут, все же это я снял. Проводку я вот тоже всю разобрал. И в принципе мне тут только осталось открутить там рулевое и глушитель. И я уже ее буду снимать. Вот. Видите, в принципе, все открыто. Уже на, потом на земле я коробку отсоединю. Поставлю новый мотор. Мотор приходит абсолютно голый, они там даже выхлопной коллектор с него сняли. В общем, все это надо, вот, это, вот этого ничего нет, вот это все надо будет туда перекидывать. В общем, работы немножко хватает, и я буду вам потихонечку снимать. Ну, а сейчас, я думаю, я, наверное, переоденусь, залезу под низ, и мы посмотрим, что там нанизу. Ну и да, наверное, давайте я вам скажу, за сколько я купил. Значит, на сегодняшний момент этот автомобиль, если бы вот он был целый, вот так, как его продают, его цена 14,5 тысяч долларов. Мы уже забываем про те старые цены когда-то, какие были. Если бы эта машина была, ну там, не знаю, лет 5-7 назад, я, я имею в виду, по тем старым ценам, я бы ее, наверное, купил там тысячи за 2,5 половиной за 2. Ну, в районе 2,5. А так я ее выиграл с аукционов за 4,700. О, тихо! Разлаялись опять. Давно они моего этого отпугивателя не пробовали. Купила я его за 4 700. Аукцион берет там кучу всяких накруток. Там, в общем, вышло у меня еще 900 долларов сверху. То есть это привоз я заплатил, чтобы они привезли. Я сам тоже за ней не поехал. Потом за то, что ее играл на интернете 100 баксов. Только за это, понимаете? Если ты там живой был, тебя бы за эти 100 долларов тебя эти не взяли там какой-то Акшен Фи, вот это там самому аукциону, там еще долларов 600 за то, что они ее продавали. Короче, 900 баксов сверху. Вот, и я ее забрал, по-моему, 5600, что ли, что-то такое вот. Ну, я так думаю, я так сейчас прикинул, на вскидку она мне где-то тысяч обойдется, потому что этот мотор, блин, э, мотор я купил, значит, за 750 долларов, можно было с меньшим пробегом, такой где там 16 тысяч пробег, у той же компании 24 тысяч пробега, они продавали за 650. Вот за 700 я его 50 купил и 50 долларов привозка. Плюс налог, вот считай, там 800 чем-то баксов он мне этот мотор обойдется. И я этот мотор поставлю, и у меня будет новый абсолютно мотор, движок, вообще новье То есть при продаже это потом мне, конечно же, поможет. Ну вот, ребята, я переоделся, надел специально грязную одежду. Сейчас я полезу под низ и вам покажу, что там под низом вообще. Давайте посмотрим. Я даже специально, ну, всегда, я даже одел свои российские ботинки, потому что я их купил в России и привез сюда из России. Вот туда же написано, вот, сделано в России, что-то там жаропрочное, статичное, по-моему. По-моему, жаропрочное написано. По-моему, отдал 200 рублей. Я полез. Опа! Давайте под низ я полез. Вот. Ради вас, ребята. Ради подписчика. Лезу. Ой. Вот. Вот. Ой-ой-ой. Вот. Здесь. Вот. Был удар. И я не думал сначала, что мотор все-таки ушатанный. Мы, мне Серега его заварил. Поехал я к Сереге, к сварщику. Здесь я уже повыдергивал вот эти полуоси, а, так что я, ребята, хотел сказать? Я думал, что я попал на подвеску, да? Подвеска оказалась целая. Вот тут видно удар только пришелся сюда, где-то вот тут они шкряпнули. Вот всего лишь вот оно. И подвеска вся абсолютно целая. То есть здесь а, раздолбала у него, а, который пластмасса вот эта, которая поддон закрывает. Ой, не двигателя вот эта пластмасса. Ее сломала и все везде остальное, видите, все целое. Далее еще удар пришелся вот по поддону коробки автоматическая коробка. Видите, тут вмятина какая. Я не пойму, масло Тут вы... масло у нее было мало. Я думаю, все-таки отсюда масло потихоньку сочилось. Но я это уже заказал. Сейчас я поеду в магазин и куплю новый поддончик. Ну вот, наверное, в принципе, и все. Пойду я вылазить. Ой. ой, ой, я лучше назад полезу. Нет, лучше вперед. вперед. лучше назад. Ой, Сп спасите. Помогите! Ой -ой, ой 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 Помогите, спасите! Спасите, помогите! Ты что? Застрял? Нет. Я просто отдыхаю. Ой. <связывая> О -о -о. Ну, я так думаю, это была первая серия. Буду я вам потихонечку снимать, как я буду это все ремонтировать. Так что ставьте лайки, на канал подписывайтесь, не забывайте, комментарии пишите. Ну, всем всего хорошего и всем пока. До новых встреч.